Соотношение дохода от продажи сервиса какое? Не очень хорошее, даже плохое. Добро пожаловать в клуб успешных женщин. Я решил завещать свой бизнес вам. Отожди! Автосалон в Саратове. С ним. Нужно что-то, что привлекало бы мужчин и женщин. А что это вы так допоздна? А задержалась на тебя голенького посмотреть. Давайте Витька завхозом сделай. А что, башка не из дерева, руки не из задницы? Прям строчки из резюме. Честно говоря, от вас прям не ожидал. Что ты рожу-то кривишь? Что, нам прибыль не нужна?